Как вы считаете, проблема бездомных животных стоит остро у нас? Остро. Да? Да. Приходилось сталкиваться? Приходилось. А как, с кем? А как, идешь, я вот работаю в детском саду, мне надо в 7 быть на работе, а я выхожу из дома в 6, а еще темно, бродячие собаки бегут за мной, пугают, страшно. Вот так, да? А как считаете, бороться надо с этой проблемой? Ну, я думаю, все-таки их убивать жестоко, им надо жилье, так же, как и людям. Ой, нет. Нет, да? А так приходилось сталкиваться? Нет. Да, везде. А с какими и в деревне, не только в городе, но и в деревне, особенно у нас вот из деревни. А, вот так вот, да? А с какими животными? С собаками и кошки. А как бороться с этой проблемой, вы думаете, стоит? Ну, это сложный вопрос. Наверное, ну, не знаю, наверное, должны какие-то приюты или как-то даже, если их убирать, то, конечно, продумать все это надо, систему. В системе должно быть все. Ну, я работаю в детском саду, и у нас постоянно собаки вот подлезают к нам. И тут родители переживают, и мы тоже переживаем, мы же отвечаем за здоровье детей. Мало что может случиться. А как считаете, бороться надо с такой проблемой? Ну, я думаю, вот питомники надо как-то побольше составлять, выделять на это деньги, чтобы там и корма, и где им приют был, и уход за ними. Собаки, кошки. Да? А как считаете, надо бороться с такой проблемой? Добрее быть и все. Да, да, остро, очень. А приходилось сталкиваться? С бездомными животными? Собака у меня живет бездомная, прибилась в прошлом году, до сих пор живет. А, вот так вот, да? Да. А как считаете, вот такую проблему решать надо в целом? Ну как, ну, наверное, на уровне государства. Я не занимался этим вопросом, не могу ничего сказать. Я очень далек от этого. А не приходилось сталкиваться? Нет, не приходилось. Меня не беспокоит это. Конечно, они везде бегают. Тоже опасно иной раз ходить бывает. А как вы считаете, как эту проблему можно решить? Ну, вообще, конечно, лучше, чтобы люди были как-то как-то потеплее к этим животным, разбирали этих животных. Я так думаю, лучше.